тяжелый матч выдался. Первый период начали так, немножко вкатывались, потом взяли инициативу в свои руки. В принципе, контролировали ход игры, вели в счете, но потом такие, можно сказать, ситуации, где привели к голам, и маленькая напряженка в конце получилась, но слава богу, что три очка, они нам сейчас нужны, поэтому все остальное можно в сторону брать. В третьем периоде немного сбавили обороты, уже были уверены в победе? Да нет, в принципе, мы начали хорошо третий период, просто говорю, так сложилось и все, но это стечение обстоятельств, что они такие голы забили, там, подставление, и главное, выиграли. Как играется на Уфа-арене, как ощущения? Все здорово, отлично. Можно сказать, что вы уже в Уфе обжились? Да. Комфортно сейчас. Игроки, которые покинули клуб после этого, говорят, что в Уфе очень мощная поддержка. Вот чувствуется ли здесь, фанаты поддерживают как-то особенно, чем в других клубах, в других регионах? Хорошо поддерживают, поэтому хорошие фанаты, отлично болеют. Все. Борьба за место в воротах чувствуется у вас? Все-таки трое? Это же хорошо, когда у нас три хороших вратаря, и мы можем чередоваться там и показывать свою лучшую игру, поэтому остальное все оставим тренерам, а сами будем просто готовиться. Рассчитываете сыграть вратарем в плей-офф? А кто не рассчитывает? Покажите мне такого вратаря.